Между тем, согласно данным прокуратуры республики, общая сумма задолженности по заработной плате в регионе на сегодняшний день составляет 124 миллиона рублей. В должниках числятся 37 организаций. Это такие предприятия, как «Вельвит», Нюрбинский гранильно-ювелирный завод, банно-прачечный трест в городе Якутске, автотранспортное предприятие в Алекминском районе, Якутскгидроспецстрой и другие предприятия. Органами прокуратуры постоянно проводится проверка по данным фактам. В настоящее время принятыми мерами прокурорского реагирования восстановлены права более 12 тысяч граждан на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 370 должностных лиц. По данному факту возбуждено 3 уголовных дела, которые в настоящее время расследуются.